Всем привет, друзья, меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня вас ждут гонки в экзоскелетах. Компания Furion Exobionics создает новый вид спорта. Фитнес-игра Quell предлагает вам показать свое кунг-фу настоящим монстрам. 16-летний подросток создал умные очки, которые дешевле и эффективнее модели Google. Челси научат вас играть в футбол с помощью дополнительной реальности. А также Nissan позволил владельцам электромобилей оплачивать парковку энергией. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Многие протезы-экзоскелеты – это по существу носимые машины, значительно расширяющие физические возможности человека. Разработанная компанией Furion Exobionics модель представляет собой четвероногую машину весом более 4 тонн, способную поднимать автомобиль, взбираться на валуны и бегать по снегу. Однако конечная цель его разработчиков несколько иная. Они хотят положить начало новому виду спорта – гонкам пилотируемых экзоскелетов. На создание уникального экзоскелета у его создателей ушло более 10 лет. И вот теперь настало время его публичного дебюта. Первым профессиональным пилотом спортивного экзоскелета стала Кэсси Хавриш, чемпионка Канады по скелетону. Но то, чтобы освоить управление необычной четвероногой машиной, ей потребовалось всего 3 дня. По ее словам, это стало очень значимым событием для всей нашей команды. Не обошлось без неприятностей. Я дважды выпала из кабины экзоскелета, что было одновременно страшно и весело. Как обычно бывает, когда падаешь с высоты. Зарегистрированным участником краудфандинговой кампании Furion Exobionics предоставляет возможность стать альфа-пилотом прототипа будущего гоночного экзоскелета. Видеоигры традиционно считаются сидячим развлечением, но в последнее время появляется все больше игр, которые бросают вызов этому мнению, стремясь привить людям привычку к упражнениям. В их рядах только что произошло пополнение. Игра Quell приглашает вас отправиться в путешествие по фэнтези-миру, прокладывая себе дорогу буквально собственными кулаками. Quell работает в паре с устройством Gauntlet, которое было разработано совместно с профессиональными боксерами. Оно представляет собой пару перчаток, которые крепятся эластичными ремнями к перевязи, кинутой через плечи. Перчатки оснащены датчиками движения, отслеживающими скорость, ускорение и положение кулаков игрока во время ударов, а ремни создают нужную нагрузку и повышают качество тренировки. Данные пересылаются по Bluetooth на смартфон, компьютер или ноутбук, на котором запущена игра. Вместо того, чтобы создавать очередной прямолинейный симулятор бокса, разработчики Quell придумали игру о сражениях с фэнтезийными монстрами, каждый из которых обладает собственной тактикой и стилем боя. Игрокам придется наносить удары, защищаться, уворачиваться и даже кастовать заклинания. Успешное завершение квестов будет давать игрокам новое снаряжение и способности, которые можно будет использовать как в основной сюжетной линии, так и в ежедневных заданиях и ивентах. Разработчики обещают поддерживать Quell в течение многих лет, попутно создавая новые игры на базе своей системы. Но здесь есть нюанс. Весь дополнительный контент, который появится после релиза, а также мультиплеер, будут упакованы в сервис подписки Quell Plus. Сейчас пока трудно сказать, будет ли он стоить своих денег. Сейчас нет данных ни о цене, ни о том, что игроки на самом деле получат в рамках этого сервиса. В любом случае, у системы будет серьезная конкуренция в лице, например, уже снискавшего немалую популярность Nintendo Ring Fit Adventure. Сейчас разработчики Quell проводят кампанию на Kickstarter и уже собрали больше 100 тысяч долларов, при начальном запросе всего в 33 тысячи. Ранняя цена на наборы Quell с полугодом подписки на Quell Plus составляет $195. Поставки должны начаться в сентябре 2021 года. Юному изобретателю Марса Кападия из Гилберта, штат Аризона, всего 16 лет, из которых последние 1.5 года он потратил на разработку собственной версии умных очков. Источником вдохновения для него стала интеллектуальная система EDITH из фильмов о Тони Старке. А вот модели от известных брендов подросток аргументированно раскритиковал и потому решил пойти своим путем. Конструктивно очки устроены очень просто. Марс прикрепил на усиленную дужку экран, батарею, Bluetooth-модуль для связи со смартфоном и мини-компьютер Arduino Nano Every. Суммарная стоимость устройства около $200. Чип Arduino контролирует периферийный интерфейс. Он нужен для генерации изображения и вывода его на экран. Все управление осуществляется через смартфон, для которого Кападия немного доработал существующие приложения с открытым исходным кодом. В качестве экрана применяется пластинка Toled. Она почти полностью прозрачна, поэтому Марс добавил шарнирный механизм и обычное темное стекло от очков, чтобы опускать его и создавать фон для экрана.
У очков нет камеры, нет датчиков, это просто информационное табло, но уже в текущей версии оно обладает функционалом умных часов. Как заявляет сам Кападия, он провел сотни часов тестов, бегая и гуляя по городу в своих очках, и они почти заменили ему смартфон в качестве средства доступа к информации. В ближайших планах изобретателя запатентовать разработку, чтобы труд не пропал даром. Затем он намерен сосредоточиться на развитии ПО для своих очков. Например, разработать приложение для строителей, чтобы они могли видеть карты и схемы даже с занятыми инструментом руками. А далее создание полноценного искусственного интеллекта, помощника, как у Тони Старка. Футбольный клуб Челси вместе с дочерней IT-компанией Chelsea Digital Ventures разработал приложение для обучения новичков азам профессионального футбола. Фактически, они перенесли методы тренировок собственной футбольной академии в дополнительную реальность. Тренером выступает смартфон, который не только ставит задачу, но и отслеживает качество ее выполнения. Большая часть тренировок футболистов невероятно скучна и направлена на оттачивание одних и тех же движений до автоматизма. Для этого зачастую хватает пятачка земли размером с большую комнату. С тактиками все гораздо интереснее, но и там не нужен целый стадион. Тренироваться можно на заднем дворе, если грамотно распланировать урок. Идея в том, чтобы расставить на площадке маркеры согласно плану задачи, а потом выполнять упражнения вокруг них. При этом камера смартфона будет отслеживать правильность перемещения игрока относительно маркеров. Ими может стать любой предмет, от цветочного горшка до шлепанца. Нужно лишь вначале показать их приложению и научить его распознавать этот предмет. И тогда, меняя их расстановку, можно без затрат получить в свое распоряжение универсальную тренировочную площадку футболиста. Настоятельное требование – установка смартфона на штатив высотой 1 метр, чтобы сполна реализовать возможности компьютерного зрения. Приложение Perfect Play бесплатно, и количество уроков постоянно пополняется, но можно оформить премиальную подписку, которая содержит максимум уроков и мастер-классы от лучших игроков Челси. Разработчики уточняют, что не собирают сведения о пользователях и их спортивных качествах. Все данные остаются в смартфоне. Если Nissan и дальше будет двигаться в этом направлении, владельцам электромобилей скоро вовсе не придется оплачивать паркинг деньгами, лишь бы был запас хода у их электромобиля. Автопроизводитель открыл в Иокогаме выставочный павильон, в котором электрокары Leaf, Ariya и их собратья могут сами платить за парковочное место, отдавая часть энергии своих аккумуляторов зданию. В первую очередь, этот шаг задуман как демонстрация работы системы распределения энергии Nissan Energy Share, позволяющей в том числе использовать электрокары в качестве источников электричества при стихийных бедствиях, что очень актуально для Японии. Экспозиция с подключенными электромобилями будет открыта до 23 октября. Однако последствия этой акции могут быть гораздо шире. Не исключено, что в скором будущем многие собственники зданий или парковочных мест увидят преимущество именно в таком способе оплаты и будут предлагать водителям электрокаров в качестве платы за парковку поделиться электроэнергией вместо денег. В перспективе это позволит снизить стоимость поездок на электромобилях и существенно расширить возможности их использования. А у меня на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также, друзья, я хочу поблагодарить каждого, кто дает обратную связь, делится своим мнением в комментариях. Вы, несомненно, даете колоссальную поддержку. Огромное спасибо вам за это. Подписывайтесь на все наши полезные каналы на YouTube, а также в Instagram и в TikTok. Все ссылки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться, друзья. Спасибо за просмотр. До новых встреч!